Дела, бумаги, встречи, тысячи отговорок и лишь несколько десятков участников ВИПов журналисты никогда не ждут. И уж тем более на старте и сами встают в строй. Пошли. Горсвет первым сходит с лыжни, команда дисквалифицирована. 30 минут совсем не спортивное опоздание, но конкуренция даже не думает слабеть. Бегу. То коньком, то классикой лидерство захватил водоканал. Инженер Брюснин, хоть и любитель, но с профессиональным подходом каждый уикенд на лыжне. Активно занимался спортом, поэтому неравнодушен к лыжному спорту, в том числе. Воспоминания остались, поэтому адреналин в крови, поэтому все это присутствует, как всегда перед соревнованиями. Два круга по стадиону, дистанция символическая. Журналисты даже не успели забыть про работу. Вот когда ты едешь с ними на лыжне, пусть они сильнее тебя, как спортсмены, но то, что ты в равных условиях с ними, это как-то сближает, что ли, вот на одну ногу ставит. Никаких кубков и медалей победители сами несут призы. Мячи, клюшки, конфеты вечерка отправит в подшефный Коркинский детский дом.